Главный популяризатор хоккея. Член тройного золотого клуба. Второй бомбардир НХЛ в регулярных чемпионатах и пятый в розыгрыше Кубка Стэнли, который поднимал над головой дважды подряд в 1991 и 1992 году. В феврале Ягр отпразднует свой 52-й день рождения. Но о завершении карьеры великий чех не объявлял. Продолжает выступать в родном клубе чешской экстралиги «Кладно», в котором он владелец, спонсор, генеральный менеджер и ассистент главного тренера в одном лице. В начале уходящего года Ярда, так называют Ягра на родине, забил в матче с соломоуцем 1100-й гол в карьере. Из них 844 гола приходятся на долю НХЛ, 108 чемпионатов Чехословакии и Чехии, 93 Российской суперлиги и континентальной хоккейной лиги, 55 шайб он забросил в форме сборных Чехословакии и Чехии. На сегодняшний день Ягр – главный снайпер в истории профессионального хоккея. Прошлым летом он заявил об усталости, потере резкости и скорости, о том, что больше не получает удовольствия от игры. Но, отдохнув душой и телом, решил не вешать коньки и клюшку на гвоздь. Похоже, Ягр вознамерился повторить рекорд долгожительства в большом хоккее Горди Хоу, который в 52 года играл в НХЛ за клуб Hartford Whalers. В активе мистера хоккея есть один матч, сыгранный в 69 лет. Он вышел на лед за команду, почившей в бозе Интернациональной хоккейной лиги Detroit Vipers. Гадюки из Детройта. Наши болельщики впервые увидели Ягра в 1990 году на чемпионате мира в Швейцарии. В сборной Чехословакии, завоевавшей бронзовые медали, выходила на лед молодежная тройка Ягр, Роберт Райхел, Бобби Холик. Вряд ли Ярда захочет вспоминать матчи против «Красной машины». Первый из них на предварительном этапе его команда проиграла 1-4. А второй, в финальной четверке, завершился разгромом чехословаков 0-5 и вошел в историю чудо-голом Сергея Макарова. Форвард пронесся через всю площадку, на паузе уложил на лед вратаря Доминика Гашека и отправил шайбу в пустые ворота. Габаритный Ягр такой скоростью и дриблингом похвастать не мог. Зато он умело прикрывал шайбу корпусом, вылезал из углов на пятачок, что особенно ценилось на канадских коробках, и расправлялся с вратарями. После чемпионата мира дорога 18-летнего Ягра лежала в НХЛ. Благо, на драфте новичков Питтсбург Пингвинс выбрал чеха в первом раунде под общим пятым номером. Играя рядом с Супер Марио, Марио Лемье, Яромир дважды подряд завоевывал Кубок Стэнли. В первом же сезоне он вошел в символическую сборную новичков лиги. После грандиозного золотого дубля Ягр трофеев в сильнейшей лиге мира не брал, выступая в ней по 2018 год с перерывами. Командные успехи сменились индивидуальными. 5 раз он выигрывал бомбардирскую гонку в регулярных чемпионатах, став первым европейцем, завоевавшим Art Ross Trophy. В его активе приз самому ценному игроку сезона – Hart Trophy. Дважды его признавал лучшим профсоюз хоккеистов НХЛ, пополнив коллекцию наград Лестер Пирсон Эворд. Ягр усиленно штамповал заброшенные шайбы и раздавал результативные передачи, набирая больше очка за матч. Да и плей-офф его статистика была нарядной. Однако до локаута в НХЛ 1994 года пингвинам не покорился барьер второго кубкового раунда. Не добавил настроения Ягру и визит в Италию на чемпионат мира. Как же не хотела сборная России во главе с Борисом Михайловым попадать в четвертьфинале на чехов. Наши специально проиграли канадцам и пропустили их на первое место в группе, выбрав себе в соперники якобы слабых американцев. Увы, дуэль российских звезд Валерия Каменского, Алексея Яшина, Андрея Коваленко, Вячеслава Козлова с Ягром не состоялась. Наши и чехи дружно проиграли в четвертьфинале. После локаута Ярда провел 7 ярких сезонов за Питтсбург. На первой большой олимпиаде в Нагано, куда съехались топовые НХЛовцы, капитаном сборной Чехии стал ветеран Владимир Ружечка. В группе наши одержали волевую победу над чехами 2-1.
Никто и предположить не мог, что в золотом матче они сойдутся опять. Вспоминает главный тренер российской Dream Team Владимир Юрзинов. На утренней раскатке перед финалом я увидел Ягра в шортах со стаканчиком кофе. Он улыбался и шутил. Ну, этих пижонов мы точно обыграем. Как же я заблуждался. Только потом мне рассказали, что Ягр всегда настраивается на матчи таким образом. Финал принес минимальную победу чешской команде, наполовину составленной из игроков, выступавших в Европе. Единственный гол забил не Ягр, а защитник-домосед Петр Свобода. Олимпийское золото подняло настроение Яромиру, и он во второй раз запрыгнул в топ бомбардиров сезона, набрав в 77 матчах 102 очка. Ярда продолжал коллекционировать индивидуальные трофеи и устанавливать личные рекорды. В середине апреля 1999 года Ягр принес победу в овертайме над Рейнджерс в матче, ставшем прощальным в карьере Уэйна Гретцки. Икона НХЛ, кроме четырех кубков Стэнли, не завоевал командных трофеев. Ягру же до вступления в почетный тройной золотой клуб не хватало золота чемпионата мира. В 2001-м Ярда с капитанской нашивкой вывел Питтсбург в полуфинал плей-офф, а летом был обменен в Вашингтон Кэпиталс. В октябре он подписал со столичными 8-летний контракт на 88 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым игроком лиги. 23 января 2004 года Ягра обменяли в Нью-Йорк Рейнджерс, когда НХЛ накрыл локаут. А за неделю до трейда в Санкт-Петербурге Ярда принес омскому «Авангарду» Кубок Европейских чемпионов. Это с крыши, прямо с крыши, спешит нам друг наш чудесный. 27 ноября 2004 года в Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградке Ягр оформил хэт-трик. Огненный матч завершился в ничью 4-4. После финальной сирены площадка, ведущая к раздевалке гостей, превратилась в полноводную реку. Едва ли не каждый болельщик стремился прикоснуться к Ягру. Несколько минут чех прокладывал себе дорогу со льда. В его глазах стоял ужас. Однако принести «Авангарду» чемпионство он не сумел. Но нет худа без добра. В марте Ярда скрасил поражение в чемпионате России победой на мировом первенстве. В Вене сборная Чехии завоевала золотые медали, одолев в финале Канаду 3-0. Ягр, уступивший капитанскую нашивку Давиду Выборны, ассистировал голеадорам Вацлаву Просполу и Мартину Ручинси. «15 мая 2005 года Ягр наконец выломал дверь в тройной золотой клуб. До сих пор он там единственный из чешских хоккеистов. 8 месяцев спустя Ярда завоевал свою вторую олимпийскую награду. На этот раз бронзовую. В память врезался инцидент во встрече группового этапа с финнами, которую чехи проиграли 2-4. На 28-й минуте подкожных дел мастер Ярко Руту бросил Яромира на борт. От сильного удара ретро-шлем чеха раскололся, словно яичная скорлупа. Финского провокатора выгнали до конца матча. Чехи не смогли наказать соперников голом. В выигрыше остался хоккейный экипировщик Йофа, услугами которого пользовался Ягр. Такие шлемы уже давно не выпускали, изготавливали разве что по спецзаказу. Им пользовался журналист из команды «Российская пресса», купивший его задешево. Вскоре после Турина репортера завалили предложениями продать шлем Ягра за $1000. Он не уступил, сохранил реликвию. А Ягр провел 3 ярких сезона за синерубашечников, в которых они пробивались в плей-офф, но на Святой Грааль так и не замахнулись. Новая коллекция одежды NHL Tour 2023. Уличный стиль, который соединяется с эстетикой игры. Дизайн, вдохновленный выпусками про клубы НХЛ. Количество ограничено. Переходи на сайт ch17.ru. Покупая, ты поддерживаешь и помогаешь увлекать в этот мир хоккея все больше новых людей. Он улетел, но он обещал вернуться. В начале июля 2008 года Ярда подписал жирный 3-летний контракт с «Авангардом». В команде из Омска на него равнялась восходящая звезда Алексей Черепанов. Увы, вскоре он ушел из жизни прямо во время матча в Чехове с «Витязем».
Ягр был вне себя от этой трагедии. Вторым потрясением для Яромира стал матч в том же Чехове 9 января 2010 года, когда страна только начала отходить от затяжных новогодне-рождественских выходных. Это в НХЛ время тавгаев и массовых драк безвозвратно ушло еще в 20 веке. В Чехове известный вор в законе, ныне пребывающий в местах не столь отдаленных, создал команду, мало играющую в хоккей, но часто наводящую ужас на соперников кулаками. Чаще всего жертв выбирали из числа чехов. Уже на 4-й минуте на льду завязалась драка стенка на стенку. В стороне оставались вратари и по 3 полевых игрока из каждой команды. Лед был усеян шлемами, крагами, клюшками. В какой-то момент показалось, что пыл драчунов начал угасать, как вдруг пожар заполыхал с новой силой. Не потушить. Судьи были не в силах остановить побоище и приняли решение прекратить матч. Соперники набрали в сумме 607 штрафных минут. «Витязь» — 306, «Авангард» — 301. Командам записали техническое поражение. Но почему игроки столь отчаянно дубасили друг друга? Ответ удалось получить не сразу, а только с помощью видео, предоставленного лигой одному из журналистов спортивной газеты. На нем отчетливо видно, как канадский провокатор «Витязя» Дарси Веро подкрался к Ягру и дал понюхать ему свою перчатку. Разумеется, все ястребы встали на защиту лидера. Спустя несколько дней генеральный менеджер подмосковного клуба Алексей Жамнов пришел в редакцию спортивной газеты. Журналисты задали законный вопрос бывшему форварду, который более 15 лет провел в НХЛ, причем не на последних ролях. «Разве можно бить звезд?» «Звезд? А кто здесь звезда? Ягр?» «Он не звезда. Я не считаю Ягра звездой», — отрезал Жамнов, не моргнув глазом. Возможно, Алексей Юрьевич вспомнил, что счет его очных встреч с Ягром на двух больших олимпиадах 2-1. Не в пользу чеха. В Нагано Жамнов даже забил будущим олимпийским чемпионом победный гол. Жаль, что не в финале. Срыв матча стал серьезным ударом по имиджу континентальной хоккейной лиги. В Омске надеялись, что знаменитый чех поможет ястребам долететь до Кубка Гагарина, но этого не произошло. На предложение продлить контракт с «Авангардом», на условиях, от которых трудно отказаться, Ягр решительно ответил «нет». И добавил: «Если хотите играть в классный хоккей, поезжайте в НХЛ. А в КХЛ можно только заработать хорошие деньги». Довольно обидные слова. Пусть Ягр и не помог «Авангарду» завоевать Кубок Гагарина, зато за время его пребывания в Омске наплыв детишек, желающих заниматься хоккеем в Омской области, увеличился в 2 раза. Свой последний титул Ягр завоевал на чемпионате мира 2010 года в Германии. Через несколько месяцев после неудачной Олимпиады в Ванкувере. Как для чехов, так и для сборной России. Эти соперники и скрестили клюшки в финале мирового первенства. Россияне ехали реабилитироваться за канадский конфуз в Ванкувере, а чешскую команду никто в расчет не принимал. Эксперт Сергей Гимаев заявил, что у нее вообще нет позиционной атаки. Тем не менее, уже на 1-й минуте Ягр стянул на себя внимание обороняющихся и выложил шайбу на пустые ворота Клепишу. Записные фавориты, россияне, проиграли 1-2, не совладав еще и с голкипером Томашем Вокоуном. Ягра затмил звезд Дацюка, Александра Овечкина, Евгения Малкина, Илью Ковальчука, доказав, что он настоящий лидер команды, пусть и не носит капитанскую лидеру. В середине сезона 2017-2018 завершилась заокеанская карьера знаменитого чеха. 28 октября 2019 президент республики Милош Земан вручил Ягру медаль за заслуги первой степени. Эта государственная награда стала для хоккеиста 2-й. До него никто подобной чести не удостаивался. За плечами Ягра 35 лет в профессиональном хоккее. За 24-летнюю карьеру в НХЛ он набрал 1921 очко, забив 766 голов и отдав 1155 передач. Его включение в зал хоккейной славы в Торонто – дело времени. Скорее всего, это случится не раньше 2027 года. Пока же Ягр продолжает радовать болельщиков на льду. Он главный популяризатор хоккея в мире.